Дуся с Лёвой играют в новый мячик. Вот так вот Лев забрал, взял, а Дуся забирает. Ой! Лев, дай Дусе мячик. Дай Дусе мячик. Ну дай Дусе. Чего? Лев сел, а Дуся забирает меня вот так вот. Догоняй, догоняй, догоняй. Дуся, дай нам мячик. Ну что, пошли забирать мячик у Дуси. Ну вот, непонятно, мы Льву купили мячик или Дусе. Но Дуся больше всего любит играть с мячом. А Лев понял, что ему сегодня придется возить свою любимую собачку. А там вот Дуся достает мячик, она достала. А здесь Лев. Ну вот, у Дуси мячик, у Лёвы собачка. Вот так вот мы проводим время. Соня, дай Дусе мячик, пожалуйста. Вот как Лев радуется, что Дусе купили хороший мячик. А Лёва взял свою собачку. Ну что ж, всем сегодня пока. Мы будем вот так вот проводить вечер. Лев со своей игрушкой, а Дуся там с мячиком.